Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы пройдем игру Shutter, ну или поиграем, по крайней мере. У этой игры приписка Рек, но я не уверен, что она хоть как-то относится к одноименному фильму ужасов, который был связан с зомби. Здесь, насколько я знаю, мы будем иметь дело с чем-то паранормальным. Игра вышла довольно давно, но только сейчас мои руки добрались до нее. Давайте, собственно, начинать. Я думаю, это будет страшно. Мы все соскучились по страшному. Надевайте наушники. Надеюсь, у вас темнота. Приступим. Так. Игрушка, насколько я знаю, создана на FPS Creator и выглядит довольно-таки неплохо при этом. Это громко. Давненько у нас не было ничего такого, да? То есть с момента выхода One Late Night я как-то не увидел ничего достойного. Потом подвернулась вот эта игра. Я не знаю, что означает этот шум двигателя, но, судя по всему, мы куда-то едем. Так, хорошо. Держите W, чтобы включить камеру. О как. Стартуем. То есть мы все увидим через камеру. Отлично. Где же мы находимся? Мы приехали куда-то. О, здесь вообще какие-то печальные звуки. Мыши бегают. Итак, я прибыл в психушку. Отлично. Страшно. Лучше начать расследование для моего репортажа. Мы опять в психушке. Уже не в первый, не во второй, не в десятый раз даже. Хорошо. Кругом какие-то непонятные. Это манекены, что ли? Надеюсь, что нет. Ненавижу манекены. Так, левая кнопка мыши, чтобы использовать. Пока что, знаете, напоминает фильм «Искатели могил» больше. Так. Это что за звук был? Выглядит прикольно. Старый ключ. Взять ключ? Конечно. Это что тут за бобины? Вообще бардак непонятный. Тут какая-то тележка из супермаркета. Так, что еще мы можем? Q, E, наклоняться в стороны. F. F это, похоже, режим ночной съемки. Мне так будет удобнее. У нас, судя по всему, будет... Так, C, приседать. У нас скоро будет заканчиваться запас энергии. Так, тут... Окей, хорошо. Я не включал тебя. Пристань. Это что такое? Свет не работает. Судя по всему... Почему вот эти цепи тут вообще, я не пойму. Тут это же психушка все-таки, а не мясной цех какой-то. Но, надо сказать, это меня беспокоит. Значит, уже не зря. Так, это может пригодиться. Orbital Quest. Это шило, что ли? Или отвертка? Я, честно говоря, перевода не знаю. Так, картина та, на которой Иисусик сидит со своими друзьями. Тут вместо Иисусика какой-то рогатый черт. Ох, неприятные звуки. Вот объясните мне, вот это вот стеллажи, это прекрати уже. Вот эти стеллажи, они какую вот функциональную имеют? То есть, если ты туда что-то поставишь, то все, ты можешь забыть об этом, потому что если у тебя лестница, то... Тихо. Ладно, неважно. Если лестницу потеряешь, короче, никогда туда не залезешь. Ключ. Я смогу это открыть с помощью инструмента. Понятно. Туда нам не нужно. Там, по-моему, какая-то дверца есть. Там, конечно, какая-то непонятная девушка бегала. Но пока что я еще не сильно испуган. Поэтому можно сходить. Так, дверька.
Дверь, которая открывается удаленно. Но после тех звуков, которые оттуда идут, я даже если бы она открывалась прямо отсюда, не пошел бы. И вы знаете, я бы вот когда еще только в первый раз вот увидел вот эти вот, услышал непонятные звуки, увидел бы вот эту вот гуляющую даму, я бы все, я бы развернулся и уехал. Заперся бы дома. Так. Заперся бы дома в спальне и проплакал бы всю ночь в подушку. Так, РТ для того, чтобы увеличивать, уменьшать. Там у нас лежит, судя по всему, отлично, там у нас лежит труп. Обожаю вентиляцию. Ну, пойдем. Какой у нас выбор-то есть? Главный герой же хотел репортажа. Вот ему. Я надеюсь, у меня за спиной ничего нет. Спокойно. Так, ну терпимо пока что. После, скажем, того же One Late Night, того, что там под конец творилось, там уже просто истерика была. Это как-то 4. 4 какая-то неинтерактивная. Хорошо. Подсказка. Нажмите Shift для спринта. Ну, знаешь, спринтовать... Так, за мной никто, я надеюсь, не погонится. Спринтовать в трубе как-то не очень удобно. Главному герою, похоже, очень нужен этот репортаж. Так, В для стелса. Потому что я вот такую целеустремленность не понимаю. Так, я надеюсь, за поворотом просто выход. Слава тебе, Господи. Что такое стелс? Это типа меня хуже видно? Ну, хорошо. Приятные звуки оттуда доносятся, надо сказать. Тихо. Да что за звуки-то, елки-палки? Я надеюсь, никто там не придет за мной. Ой, твою мать. Что это было? Ночное зрение мне пока не сильно нужно. Не буду его использовать. Батарейка сожрет. Ой, твою мать, прекрати, пожалуйста. Фу, пугает. Ну, дверь, я так понимаю, не откроется, да? Ну, конечно. Очень много помех на моей камере. Давай я лучше буду двигаться дальше. Конечно, логично. Ничего же странного не происходит, и ты еще не начал опасаться за свою жизнь. Как бы там ни было. Ненавижу вентиляцию. Что это там такое? Это просто мусор. Ну ладно, и пока что все нормально. И не через такое приходили. Боец у нас уже закален. Интересно, вот это вот снизу по центру это жизни, что ли? Или что это за полоска такая? Колонки. Что же это за психушка такая? Тихо. Ой, твою мать. Чё это было? Так, стелс, говорите, да? В стелс я вообще ничего не вижу, слишком темно. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Какого черта только что прошло через мою камеру? Эта штука из моего сна. Я, должно быть, теряю концентрацию. Контролирую себя. Япона-мать. Я не хочу в ту сторону идти, куда двинулось это непонятное нечто. А вот и лестница, понятно.
тихо. Тихо, что-то мурашки начинают бегать уже. Не, ну просто тупо представьте, да? Да блин, хватит уже. Вот после каждого какого-то действия управление у меня отнимает где-то минут, наверное. Ну не минут, секунд на 10. Просто представьте, что это вы тут находитесь. Каким-то хреном сюда забрались и не хотите убираться обратно. Я не знаю, главный герой, по-моему, не в своем уме. Тихо. Нормально. Просто инвалидная коляска. Так, В для стелса. И совершенно ничего не видно. Спокойно. На кой черт я сюда иду? Вроде спокойно. Ой, 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 твою мать. Надо валить. Уважаемый, давай мы с тобой пойдем домой. Это уже ненормально. Так, ладно. Костыль. Костыль подобрать нельзя. Это, я так понимаю, суждено этому было произойти в нашей жизни. Ничего, наверное, не угрожало. Да. Понял, сюда я не хочу. Хорошо, это что? Какие-то таблетки, что ли? Это что, скотч? Так, дверь прекрати. Я не люблю такие приколы. Так, я вот думаю, я сейчас возьму все эти штуки. Произойдет что-то совсем плохое, поэтому сядем поудобнее, приготовимся. Тихо, 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 тихо. Он сюда идет. Воды, берем ключ. Берем ключ. Ключ. Взять ключ? Конечно, взять ключ. Пока что батарейка живет. Так, это я нажал F5, и, судя по всему, сохранился, что ли? Ну-ка. Да, судя по всему. Я могу починить свою камеру с помощью этого. Взять. Починил. А что у меня было сломано? Не знаю. Ладно, неважно. И все равно, просто вот как-то он камеру криво держит, что ли, я не пойму. Так. Убьют ли они меня? Или мне станет лучше? Взять более утоляющие. Хорошо. Подожди, а зачем они мне? У меня жизни полные. Но потом оставим. Манекены, так. Эта игра... Эта игра заочно, худшая игра в мире. Ненавижу. Спокойно. Отойди. Это капец. Почему во все игры нужно сувать манекены? Так, спокойно, все нормально. Ненавижу такие большие коридоры. Все в порядке. Пока это не пытается нас убить, это нас делает только сильнее, верно? Я все, я просто хочу сесть в угол и забыть. Детей не хватает. Вашу мать. Я встелся?
Вашу мать. Так, ключ, судя по всему, подойдет. Подойдет, нет? Не подойдет. Ребенок плачет. Круто. Что-то нас спереди ждет явно нехорошее. Какая-то спальня, что ли? Хотя какая-то спальня. Я просто посмотрел, торшер стоит. У меня первая ассоциация — спальня. Мусор просто накидан от балды вообще. Что-то эти бочки тут делают. Ладно, неважно. Что-то там лежит. Ключи какие-то амбарные, огромные. Связка ключей. Взять, взять. Но я понимаю, откуда они. Ой, твою мать. Ой, валим, 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 валим. Я, походу, сломал игру опять. Манекены, манекены кругом. Ебуна мать. Короче, там, когда он появился, походу, дверь, они не думали, что можно закрыть. А я в панике захлопнул дверь у него перед носом. Так, 3 днями раньше. И он там разочарованно кричал в своей комнате. Типа, блин, такой. Еда ушла. Фу, так. Мне лучше пойти в постель. И поспать маленько. Не, ну вот это я спас. Я надеюсь, F6 от сохранения. Потому что я нажимаю, игра замирает и... Я надеюсь, это не тупо какие-нибудь скриншоты. Мое новейшее дело. Penny Hill Asylum. То есть психушка Penny Hill. Круто. И здесь я без камеры, да? Блин, у меня аж голос задрожал от этой хрени. Фу, так. Я все усилия приложу, чтобы это видео вышло ночью. Потому что если вы днем его будете смотреть, я вам этого не прощу. Вы должны страдать так же, как я. Так, что это? Я люблю бухнуть, когда пишу свои репортажи. Но по тебе видно, что ты вообще не в своем уме. Так, ладно. Пока что все вполне себе окей. Зачем такие картины во всю стену? Ну, я не знаю, конечно. Я ему не хозяин, может, ему это нравится. Ящик. Баллон стоит прямо в квартире. Нормально так. Будь здоров. Не чихай. Ключи от моей машины. У тебя вместо машины трактор, что ли? Что за ключи-то такие? Так, он их уже не может брать, похоже. Видели, какие ключи у него от машины? У него бы еще стартер тут лежал такой, который вставляешь, там трун-тун-тун-тун-тун такой. Это тупо. Это, похоже, выход. А, вот это вы поняли, да? Вот это тут обычная ходьба, вот это спринт. Наш герой, похоже, спортом занимался последний раз в школе. Так, ну, я так понимаю, что нам нужно идти спать. Все, телевизор, наверное, не включится. Красивая картина, кстати. Морской бой. Я его особо не использую, только новости смотрю. Ну, прям как я. Не люблю телевидение. От него тупеют. Ночного видения у меня тут нет, поэтому если будет темно, вы ничего не увидите. Скажите, что это было? Скажите спасибо Ютубу, который всегда темнит картинку. Еще попьянствовать. Не знаю, вот я бы не смог спать в квартире, то есть в комнате, в которой из мебели там где-то в дальнем углу стоит кресло со шкафом и 2 двери, то есть как проходной двор какой-то. Не очень уютно, по-моему. Так, ладно, и мы спим. К чему это вообще было за 3 дня до?
Но пока что прикольно. Как-то вот клишировано до упора вообще. То есть все это мы видели уже не раз, не два, не 10, но вполне себе. Я не могу прочитать, это слишком дрожит. Надо будет потом на паузе прочитать, когда уже отсниму. Так, хорошо. О, Япона мать. Так, сохранимся. Этот долбанный звук, он меня разбудил. Подожди-ка секунду. О, Господи, я снова во сне. Что у меня за сны такие? О, ненавижу. Ненавижу эту игру. Ой, 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 не трогай. Не трогай меня. Япона мать. Что это? Какого? Сейчас будет скример, приготовьтесь. Тихо. Япона мать. Проходи, проходи, пожалуйста. Ой, блин, это слишком, по-моему. Не могу сказать, что это прям самая страшная игра. Ну, то есть она дико страшная, конечно, но при этом довольно коряво. Так, ключ нужен? А он там был, что ли? Довольно коряво при этом сделанное. Видали, мои игры намного более высококачественные, даже на этом же движке. Так, ну нам придется взять ключ. А ты все еще стоишь тут, да, я так понимаю? Да, стоит. По-моему, это жутко. А вот же ключ. Старый ключ. Взять ключ. Не трогай меня, пожалуйста. Тихо. Тихо, спокойно. Тихо. Тихо. Свидание. Дружище, ляг просто в постель. Накройся одеялом. Все, спи. Манекены. Ой, эта игра такое ощущение, что специально против меня настроена. Вы видели, да? Я не могу, я дико нервничаю сейчас. Ненавижу манекены. Тихо, братюнь. Я тоже нервничаю. Аккуратно. Давай. Давай, пролазь. Ух, я... Да подвинься ты, елки-палки. Труп лежит на столе. Что показывает телевизор? Кресло висит в воздухе. Да здесь много чего висит в воздухе. А это манекен. Стрелочка указывает на телек. Хуй твою мать! Ой! Япона мать! А теперь где я? Черт побери! У меня грудь болит. Ну, я в психушке. Отлично. В комнате, обитой войлоком. Два костыля, инвалидная коляска. На столе. Где что открылось? На столе лежит шприц. Меня кололи дурью, чтобы я вообще не понимал, что происходит.
Где открываются двери? Так, ладно, я пойду к телевизору. Да что ж такое-то? Ой, твою мать. Как это произошло? Это я расковырял? By the Game Creators. От создателей игры. Спасибо, блин, большое, создатели игры. Да что ж ты, твою мать, такое-то происходит, а? Все больше и больше бардак, вы заметили? Может, у меня провалы в памяти, и это моменты вспышки ярости, когда я все это швырял, царапал. Ну офигеть теперь. Это, похоже, конец игры. Отлично. Труп. Игра, созданная K-Games. K-Games, вы больные люди. Да подойди ты уже к телеку. Тихо, я не хочу оборачиваться. Сейчас будет оно. Wake up, проснись. Я уже хочу проснуться. Готовьтесь, будет скример, я знаю. Это как Задорнов. Готовы? Готовы? Тихо, тихо, тихо. На нем что-то лежало, может быть, надо было взять. To be continued. Это конец. Блин, я так давно не боялся. Ну как давно? Я в каждом хорроре так боюсь. Фух. Сейчас, дайте дух переведу. Это было охренеть как страшно. При том, что сделано довольно коряво. Я просто вот, когда это все пошло уже в совсем плохой стадии, уже после того, как я исчез из этой психушки, начал по квартире ходить. Это, блин, ну его нафиг. Короче говоря, вот такой вот инди-хоррор мне очень понравился. Один из лучших за последнее время. Надеюсь, понравился вам. Пишите комментарии, оставляйте лайки. Все как обычно. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.